Леггинсы – стильный и оригинальный элемент вашего гардероба. Они сочетают в себе удобство и комфорт. Кажется, что с ними можно составить только повседневные или спортивные образы. Поверьте, это не так. Несколько важных правил, и вы сможете надеть их и в офис, и на торжественное мероприятие. История возникновения леггинсов уходит корнями в Древнюю Индию. Там женщины носили тонкие тканевые штаны под названием чуридар. Современные леггинсы стали популярными в 60-х годах прошлого века. Леггинсы можно применять во многих практичных комбинациях. Они отлично сочетаются с любыми объемными верхами, такими как жакет, свитшот или футболка. Составляйте яркие образы из леггинсов с тренчем, платьем или кардиганом. И, конечно, не забывайте про спортивный стиль, ведь их удобство и эластичность позволяют двигаться максимально свободно. В мире высокой моды леггинсы нашли свое место. Они стали незаменимой частью показов многих дизайнеров. Например, коллекция популярного дизайнера включала леггинсы как базовый слой. Выберите черные леггинсы из эластичного материала и сочетайте их с платьем-рубашкой. А тонкий кожаный ремешок подчеркнет ваш силуэт. Такой аутфит прекрасно подойдет для встречи с друзьями, походов в кино или прогулок. А туфли на высоком каблуке визуально удлинят ноги и сделают их еще более стройными. Настоящая девушка берет с собой на прогулку только харизму, поэтому в данный образ аксессуары мы не добавляли. Леггинсы полуприлегающего кроя мы сочетаем со свитшотом с необработанными краями. А нотку урбанистического шика добавляет аксессуар в виде сумки с деревянными вставками. При ношении леггинсов важно избегать неподходящих комбинаций. Не сочетайте их с короткими или обтягивающими блузками. Лучше всего комбинировать их с верхней одеждой. Она достаточно длинная и приятно подчеркивает фигуру. Следите за качеством одежды. Слишком тонкая или прозрачная ткань удешевит ваш аутфит. Леггинсы – универсальная и стильная часть гардероба. Их используют, чтобы создать множество образов – от спортивного до офисного. Одежда отлично сочетается с различными рубашками, футболками и даже куртками. Важно помнить о правильных комбинациях. Избегайте ошибок, чтобы выглядеть элегантно и современно.